Светофор – простое такое нужное изобретение. Красный – стой, желтый – внимание, зеленый – есть. С уверенностью можно сказать, что водители знают эти правила. Но ведь знать их не означает выполнять. Причина остановки – проезд на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел на Минской, автомобиль двигался в сторону выезда из города. Сильно торопился, признается водитель. Инспектор не преклонен. Мужчина привлечен к ответственности согласно действующему законодательству. С начала текущего года сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 345 нарушений правил дорожного движения при проезде перекрестков на запрещающий красный сигнал светофора. Госавтоинспекция напоминает, ехать на красный не только опасно, но и финансово невыгодно. Если в первый раз придется заплатить от 1 до 5 базовых, то уже при повторном нарушении от 5 до 10. Максимальный штраф – 290 рублей. Не стоит забывать и о погодных условиях. В зимний период следует неукоснительно соблюдать правила, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения. Водителям необходимо помнить, что подъезжая к пешеходным переходам либо перекресткам, нужно заранее притормаживать и сбавлять скорость, так как там наибольшая вероятность образования гололеда и заторможения других водителей. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.